Свой избирательный участок посетил и генеральный директор ПАО «КамАЗ». Сергей Кагогин решил также проголосовать одним из первых. Утром он приехал в школу номер 46. Свой гражданский долг Сергей Кагогин уже несколько лет отдает на избирательном участке в школе номер 46. Челнинец считает, что участие в выборах должно быть важно для каждого гражданина. Я считаю, что каждый из граждан России должен прийти сегодня к избирательному участку, имеющему право голоса, и сделать свой выбор, потому что период, когда в стране крайне важна консолидация нашего общества, никто не вправе оставаться в стране. Это будущие 6 лет, это во всем мире период. На участке 21-21 около 2500 избирателей. По словам председателя УИК Алсу Харисовой, для всех голосующих подготовлены все необходимые условия. Избирателям даются бюллетени. Избиратель заходит в кабинку для тайного голосования, делает свой выбор и бюллетень бросает в урну. Система безопасности, естественно, у нас есть. Ведется онлайн-запись. Очень хорошо слышно голос. Движение очень четко у нас идет запись. У нас также стоит полиция, пожарные. Также на каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели, желающих проголосовать на дому. Пока здесь около 250 человек. Лилия Гатина, Руслан Бакиров. Новости Набережные Челны.